Спасибо вам большое. Спасибо Богохранимому вашему городу, поклон каждой семье, находящейся здесь. Вот. Я уверен, что я не разочарую вас, что фильм вас не разочарует, потому что всегда крайне неудобно за людей, которые забирают время нашей жизни на пустое, на... Поэтому нельзя быть плохим художником. Это не важно деньги, не важно еще что-то. Важно, что полтора часа или два часа вашей жизни вот выше, и вот ничего нет. Я приложил все усилия, но не я один, естественно, потому что без коллектива, без замечательных людей, окружающих меня, я бы ничего не смог сделать. Все-таки это коллективное искусство, и нельзя забывать, что один человек немощен, а вот в компании, в своей банде что-то может получиться. Поэтому мы так держались друг за друга и пытались что-то сделать действительно то, что можно назвать искусством, несмотря на все вот... оно категоричное искусство, но это все-таки искусство. Храни вас Бог, больше не дерзаю отвлекать вас. Смотрите кино. Просто выбегайте, маленький сюрприз, небольшой подарок. Сеть интернет монитор. Еще аплодируем. Спасибо. Спасибо. Я смотреть не учился, честно говоря, как себя вести. Я умею снимать кино и не умею, не знаю, что говорить зрителям. Здорово.